Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Лето в этом году сухое, тем не менее, возле многоквартирного дома по улице Луговая, 48Б, можно видеть вот эти трапики. Законный вопрос, для чего они? Здесь, ну, видимо, это коммунальное, как оно, хозяйство, да, вот, которое оно нашло выход из этого положения. А тут даже это, наверное, скоро рыбу будут разводить. Вода постоянно стоит. Пробурили бы хотя бы какую-нибудь скважину, что ли, немного, да, чтобы она уходила. Или в канализацию вот там дальше лег. Всего лишь стоит сделать какой-то водосток, чтобы стекало это все в канализационную систему. Возле этого дома в межсезонье мы были не раз. И поверьте на слово, здесь на самом деле вся эта территория заливается водой. И даже сейчас, когда летом идет сильный дождь, без этой мелочи местным жителям просто никуда. Конечная автобусная остановка маршрута 8А. Речь пойдет о лавке. Как видите, она здесь не вся. Одна дощечка, было три дощечки, две куда-то утащили. Тут каждый день сборище, каждую ночь. Кто-то вытащил, но не взрослый же человек, все равно ребята утащили куда-то. Следы пребывания непорядочных людей здесь повсюду. Но мало того, что здесь люди пьют и гадят, так они еще и умудрились испортить лавку. Но не стоит забывать, мелочь это наказуемая. Очередное ноу-хау от наших водоканальщиков. Если помните, еще в прошлом году с водоразборных колонок начали исчезать ручки. Таким образом, коммунальщики боролись с неплательщиками. Хочешь воду, заключи договор, получи ручку. Но не тут-то было. Смекалистые кунгурики нашли свой выход. Обломив ветку с близлежащего дерева, они продолжили набирать воду. Я все равно оставлю туда пальчик. И болтик себе сделал специально. И нажимаю. А что, для чего вот это все придумали? Я вообще не могу понять. Что добавить? Если уж наш народ привык к халяве, то его не остановит даже вот эта сложная конструкция. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – производственная компания «Фабрика Нагорный». Натяжные потолки от 300 рублей. Телефон 236-36. Рубрика выходит при поддержке агентства недвижимости «Проспект». Полный спектр профессиональных услуг на рынке недвижимости уже 5 лет.